Бразилец будет бить. Разбег, удар по воротам. Пас партнеру, удар. Причем технично, на исполнение. Пытался великий итальянский тренер. Эден Азар, прострел и чудо Мара. Азар останавливает мяч, делает прострел. Мяч не попадает в матче Эвертона. За ним шикарный гол. А сейчас Диего Коста. Два. Передача. И, ну, это изыск. Гол Косты и какой. За синкопа. И здесь между ног. И посмотрите, запасные. Футболисты запасные, просто изысканный. Чуть-чуть. Оп, небольшая. Другому Аспиликуэта. Передача на Алонсо. Удар по вороту. Да, нет, офсайда. Вон там сзади. Не обошлось, да? Смотрим еще раз. Нет. То, что... По-моему, Френд. Он задержался. Офсайда нет у Маркуса Алонсо. На 34-й Алонсо. Смотрим за этой атакой. Удар по воротам. Перекладина. Из-за пределов штрафной площади. Ух, тогда он с левой бил. Он не может сделать. Даже мяч не могут отобрать. Удар Аспиликуэты. Прощание с АПЛ. Вообще лучший результат у Мидлов. Это сезон. Удобно было. А вот пас на Алонсо. Алонсо. Алонсо бьет по воротам. И по системе гол плюс пас. Вы видите, Алонсо адресовывает мяч на Фабригаса. Фабригас бьет по воротам. Удар и мяч. Посылает мяч, по сути, в собственные ворота. Подправляя удар Фабригаса. Такой забавный момент. Но это удар. Давид Луис. Подача. И вот момент. Удар. Матич. И снова. 9 из 16 домашних матчей. Вот так. Ок! Снова между ног. 13-я домашняя игра. И это уже 10-й матч. 10-й. Второй матч подряд. 3-0. И вы знаете, что самое невероятно. Невероятно. Челси.